Ребята, всем привет, с вами Крошка Настя. Короче, в этом видео я прокачаю два инвентаря своих подписчиков. Они выиграли в конкурсе на участие, давайте поскорее начнем. Кто не знал, в моем телеграм-канале каждый день проходят конкурсы на Riot, Flyriot и Neon питомцев. Уже завтра я там устрою конкурс на участие в видео «Назови число от 1 до 10». Будет 10 победителей, которым достанутся прикольные призы. Попытай свою удачу, может быть, в нем выиграешь именно ты. Буду рада твоей подписке. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. Робуксы на этом сайте вы можете купить по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоят 198 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. А также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 тысяч робуксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть робуксы, выполнив простые условия для участия в нем. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. И круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg. Ссылка на сайт в описании. Ну что ж, первый инвентарь выглядит вот так. Здесь у нас всякие Riot питомцы, всякие питомцы без зелий. Цель кенгуру или же корова. Мне кажется, за этих пэтов будет сложно добиться похожего результата, но в любом случае я буду стараться как можно лучше прокачать инвентарь. Ну что ж, я решила начать с трейдов на Riot питомцев. Я их буду обменивать на 18 питомцев. И получается то, что я могу получить взамен целых 2 Riot пэта вместо одного. То есть это выгодно для меня. Осталось еще 5 Riot пэтов, пойдемте их трейдить. Ну что ж, за вот такого динозаврика мне дают всяких ультра редких и даже 2 леги. И мне реально согласились, вот это повезло. А в следующем трейде посмотрите, сколько здесь редких пэтов и даже ни одной комонки, обалдеть! Мне тоже повезло с этим трейдом. Следующий трейд 18 питомцев. Здесь у нас есть ультра редкие, уже хорошо. Вот этого питомца я решила затрейдить на 12 пэтов. В принципе, это тоже выгодно, потому что за комонку я 18 пэтов точно не получу. А за 12 я уже могу получить какого-то другого редпэта, круче комонки. Снежную кошечку я обменяла на 15 питомцев. Точно такая же история, на 18 не получилось бы ее обменять. Давайте теперь обменивать всех моих обычных питомцев, которых я добыла. Ну что ж, в первом трейде я отдаю питомца за вот такую вот рат-лисичку. Следующий на очереди это у нас вот такой вот грифон. Золотой грифон, легендарный. Снова золотая легендарочка, это альбатрос. Прикольно. Следующие 9 питомцев я меняла на вот такого вот рат-питомца. Снова золотой грифон, повторочка, но ничего страшного, я потом его меняю на что-то другое. Вот такая вот рат-собачка с Хэллоуином. Дальше я затрейдилась на вот такую вот робо-собаку, это легендарочка. А здесь я девочке предлагала 9 питомцев, но она сказала 3 последних убрать. И неужели она реально согласится на 6 пэтов? Да, ребят, такого я никак не ожидала, у меня, по-моему, такого даже никогда не было. О нет, почему у меня так начало лагать? В следующем трейде я обменялась на вот такого дракончика, меня попросили добавить всякие другие вещи. Ну ладно, это все мелочи, в принципе, там игрушки всякие. И последний трейд, это у нас Riot морская звездочка. Ну что ж, вот так вот сейчас выглядит инвентарь. Я приумножила, получается, было 6 Riot пэтов, а стало 10 вместе с легендарками. Теперь пойду Riot пэтов обменивать на леги без зелий. Райт собачку я обменяла на вот такого вот лава волка, он прикольный. Потом обменяла райт морскую звездочку на вот такую вот легендарочку. Потом райт оленя обменяла на вот такого вот чау-чау, тоже легендарка. Райт собачку обменяла на вот такого золотого единорога. Теперь у меня осталась одна повторочка, это вот такой вот золотой грифон. Надо его тоже попробовать обменять. Ой, что происходит? Adopt Me, что это такое? Я в своем телеграм-канале нашла трейд с подписчицей, она мне предложила вот такого вот конфетного зайца, спасибо тебе за трейд. Ну что ж, теперь у меня есть 10 легендарок без зелий, и я смогу их обменять на неон легендарочку. Я уже договорилась со своей подписчицей, ее я тоже нашла в телеграм-канале.
И вот такую вот легендарочку она мне дала. Да, кстати, она там еще просила до этого заменить несколько легендарок на другие. Поэтому я дракончика и яйцо обменяла на вот такую вот кинг-пчелку, а робо-собаку на вот такого вот легендарного дракончика. Ну что ж, вот так вот сейчас выглядит инвентарь. Я думаю, на этом уже можно заканчивать. Я уже вижу то, что этого недостаточно, к сожалению, на кенгуру или на корову. Все-таки были просто райдпеты. А в итоге получилась не он легендарка. Я думаю, это классно. Ну что ж, отдаю питомцев. Давайте посмотрим на реакцию. Все, трейд совершился. Давайте теперь переходить ко второму инвентарю. А вот и наша вторая участница. Вот таких вот питомцев она мне передала. Но это еще не все. Она сказала, чтобы я вывела питомцев через сайт. Вот такие вот там были у нее питомцы. И их, получается, теперь должна добавить к ее инвентарю. Для начала я хочу обменять повторочки на что-нибудь другое, а потом посмотрим, уже будем обмениваться на райдпэта, скорее всего. Ну что же, инвентарь подписчицы преобразился. Вот так вот он теперь выглядит. Тут даже есть один ультраредкий. Давайте поскорее покажу трейды, как я на все это трейдилась. Кстати, мне тут дали снеговика, это прикольный пэт. Так, что тут у нас дальше? Вот, собственно, был трейд на вот такую рыбку. Мне с ним повезло, потому что она прокачана. Это новый пэт, и за него я как раз-таки получила ультрарарку. Ну, вот последний трейд. И теперь вот так вот выглядит ее инвентарь. Я буду пробовать трейдиться на райд питомца. Итак, я затрейджу сейчас 12 питомцев на вот такого вот райд-снеговика. Теперь райд-снеговика я обменю на 18 пэтов, и уже за 18 пэтов я смогу получить 2 райд-пэта. Так что опять-таки умножу пэтов. 9 райд-питомцев я обменял на вот такую вот райд-пчелку, уже даже круче снеговика. А потом на донат-сервере мне какая-то девочка подарила райд-голубя. Обалдеть, просто так. И остальных питомцев я обменял на райд вот такую вот феникс-лисичку. Неон муравья и неон мышку я попросила обменять мою подписчицу, у нее хорошо получается трейдить неонки, и буквально с первого же трейда ей дали вот такую вот рыбку. Спасибо тебе большое, что помогла с трейдом. Райд собаку я решила обменять на 10 питомцев, но в любом случае это выгодно для меня, потому что этих 10 пэтов я обменяю на что-то лучше. А кстати, вот этого вот райд голубя, которого мне дали просто так, я обменял на золотое яйцо, мне переплатили. Получается, он мне очень помог в прокачке. Давайте теперь поскорее попробуем потрейдить это золотое яйцо. Я решила спросить в своем телеграм-канале, что мне предложат за такое яйцо. И одной из моих подписчиц очень нужно было, видимо, это яйцо. И посмотрите, сколько всего она мне за него отдала. Обалдеть! А потом еще и подарила райд гидру. Спасибо большое. Если что, этот пэт не для подписчицы, а для меня. Райд кошку я решила менять опять-таки на 10 питомцев, и теперь за них я получу что-то лучше. 10 питомцев я обменяла на райд вот такую анкамоновскую кошечку. А кстати, мне за пуделя, смотрите, дали 2 вот таких рыбы, прикольный трейд. И еще я 10 питомцев у меня там оставалось, я обменяла на райд кролика, забыла просто это видео вставить. Вот так вот сейчас выглядит инвентарь моей подписчицы, я думаю, это прикольный результат. Получается, у нее были сначала самые обычные питомцы и там парочку неонок, а теперь вот так вот он преобразился. В общем-то, произошли небольшие неполадки, и моя подписчица не заходит в сеть уже целую неделю. Но я не могу слишком долго ждать, потому что мне уже надо было выкладывать срочно это видео. Поэтому как только она ответит, я обязательно отдам питомцев. И даже в следующем видео с прокачкой покажу вам пруфы. Так что не переживайте, я обязательно все отдам. Ну а, ребят, вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Заходите также в мой телеграм-канал, ведь только там я устраиваю конкурсы на прокачку инвентаря. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.